Всем привет, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Черепашек Ниндзя. Сегодня у нас будет босс Карай. Okay, let's go, everyone. Давайте глянем, что, как и почему. Police scanners are picking up bomb threats all over the city. Their bomb squad is running ragged trying to defuse them, so it's up to us to take care of things there. And how exactly are we supposed to do that? Quickly, that's how. The sensors are indicating this building has bombs planted throughout that could go off at any time. Why would the foot want to blow up? Что-то, если честно, я вот этого босса Карая даже не припоминаю. Помню Кассея. А Карая не помню. Ладно, посмотрим, что он себе представляет. Yeah, Mikey, sure. We've got 10 minutes at least. С какого перепуга черепашки вылезли на улицу днем? No offense, Donnie. But you totally ночные стражники. Dogs, ага. Looks like you're planning to place a lot more of those bombs. You have to stop them. Так, понятно. Как обычно, что-то минируют. Как обычно, мы должны все это ликвидировать. Давай стреляй ты куда-нибудь. Куда вообще идти надо? Так, цель. Цели. Цель какие-то платформы. Пошел отсюда! Что тут делаешь? Так, подожди, я еще должен разминировать их. Вау, 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 вау! Так, ладно, одна есть. Давайте, ребята, быстрее, 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 быстрее. Отлично, вторая есть. Иди сюда, красавчик. Вот так вот. Хорошо. Да чтоб тебе. Бомбомет, блин. Продолжаем. Так, хорошо. Иди сюда, бомбометчик. Хе-хе. Улетел, блин. Так, у нас еще одна, ребята, бомба. Все, так, это выполнили, не лезь. Что дальше там? Все по пицце раздаем, блин. Так. А далее у нас... Куда далее это, блин? Так, ништячки возьмем. Так, давай, давай, показывай, показывай, где цель. Цель вижу. Ух ты, как далеко. Так, ладушки. Так, это еще тут, что там сверху? А, вспомнил я эти штучки. Эти штучки я, блин, вспомнил. Get a hold of yourself, man.
Так, глаз, 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 вон там. Так, это что за установка у нас такая? Стоит тут, пригрелся, блин. Вау, 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 это что такое? Чё-то я не понял. Иди отсюда. Я хотел ловушечку поймать, и тут-то было. Что мне с ней делать? Так, отправьте бомбу в портал. Какой портал только, блин? Так, я не пойму, надо посмотреть. Туда, что ли? Так там вторая такая же. Портал к Кренгу? Блин. Что-то я немножко не догоняю. Так, ну ладно, вот мы ее, например, взяли с собой. Так, взяли мы ее с собой, дали нам... Так, вон там, по-моему, портал, да, я так понимаю? Понимаю, вот сюда ее надо? Блин, потеряли. Ну где она, ё-моё? Куда она делась-то, ядрить твою на корень, а? Да чтоб вас всех тут разорвало. Ядрёна вошь, потерял куда-то её, а? Так, вот она. И отсюда. Давай, 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 ребятушки, давайте. Портал ее. Отлично, одну отправили. Да что вы все на меня-то? Щегол, блин, достал уже. Так, давай ищем, ищем вторую. Ищем вторую. Да, она там где-то же, видел я ее. Вон она. Погнали, ребятки. Блин, времени 10 минут осталось. Так, ладно. Опс, я не понял, откуда она делась. Вон она. Ниже получается, что ли? Вот она. Так, отлично, отлично, ребята. Так, забираем ее. Блин, теперь вон портал. Портал. Ё-моё. Тут еще вертолеты. Замечательно. Все было сделано замечательно. Так, что теперь? Так, мастер Сплинтер, что-то там. Куда они побежали все, не понял я. Так, цель, цель. Цель, вижу. Цель вертолеты, что ли? Угу. Черт. Точно вертолеты получается. Что, 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 что? Ладно, пойдем посмотрим, что там наверху, на крыше. Так, подожди, как тут? Блин, вон там он бежать.
Да что ж такое-то, а? Так, ладно. Так, вот здесь наверх. Братки, вы что тут распрыгались-то? Пойдемте выше, чего вы там прыгаете-то? Так, уничтожить. Уничтожить. Что отсюда? Совали. Так, далее что? Что-то там крадешься-то. На тебе. Так, ну вот. Почти. Ага, нет. Что за небоскреб такой здоровый? Так, ну вот мы наверху. И далее что? Тихо, 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 аккуратнее. Вау! Да, я так понял. Так, ладно, вертолеты, вертолеты, вертолеты. Может, их бочками надо эти вертолеты подбивать? Что, 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 что опять не так? Что они там уничтожают? Блин, я не понимаю, что они уничтожают здесь? Защитите какого-то чего-то там, непонятно чего, блин. Ну и хрен с ним, блин. Черт, опять наверх идти, ё-моё, блин. Что за уровень, блин? Чтобы не мешалось. Total bummer. Твою мать, Кавкуа. Get a hold of yourself, man. It took you longer to help me than I estimated. Oh, Mikey's been knocked out. You're gonna have to pull through with just the three of you. Чего, чего? Так, ладно, пойду проверю, что у нас там за мишень. Что там у нас за мишень? Так, ладно. С этими же как-нибудь разберемся. Не печатал. Так, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, кто там? Ты летунка. Главное тут не упасть нафиг. Отлично. Отлично. Так, что у нас далее-то? Далее идем куда-то на крышу. Вот установка. Так, я сажусь за нее, ребята. Что дальше, вертолеты? Жесть какая-то.
Да чтоб тебе! Молодцы! Что тут скажешь? Фух. Так, ну что, 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 что? Давай посмотрим, что у нас. Да ядрит твою, опять туда идти, что ли? Как они предполагают, что я туда добрался? Ну ладно, здесь я пролечу. Допрыгну сюда, нет? Так, до сюда я допрыгну. Конечно, как же. Как же без вертолетов-то? Ну что же все цели? Хорошо. Файлы? С какого хрена? Да чтоб тебя, а? Так, ладно, иди сюда. Иди сюда. Поболтаем. Мышнявые чушки. Понимаешь, что самому были упасть. Да что ты будешь делать с этим ухом? Да там, что там, хелп тебе, блин. Куда-то делся, непонятно, ладно, бог с ним. Так, вертолетов-то, вертолетов целая куча. Так, ладно. Я опять немножко не понимаю, что надо сделать. Будем делать, что, как всегда. Идти. Куда глаза глядят, валить, кто попадается. И отсюда. Молодец, блин. Только не в тему. Так, подожди-ка, там не пушка стоит у нас? И отсюда. Не мешай мне. Ну там пушка, ну. Я же вроде оттуда только пришел. Так, это что там такое? Отмечено. Так. Блин, потерял след. Угу. Так, ну давай, иди сюда. Ладно, здесь что? Это еще что за... А, ну это понятно, да? Мини-бонус. Мини-бонус. Да, здесь нам больше нечего ловить. Как выйти-то? Это все было не в то.
Мне нужна основная миссия, блин, а не вот эти вот мини-микрозадания и так далее, и тому подобное. Факт. Ты посмотри, какой, а? Так, вот там я что-то видел. Блин, 9 минут, да чего 9 минут-то? Девять минут до апокалипсиса или чё? Так, давай сюда. Ну, зайдем. Как обычно. Хакеры это тут сидят, блин. Сюда, блин. Чего надо было? Все, босс. И где же ты? Карай, иди сюда. Я буду тебя карать. Ждет меня на небоскребе. Хорошо. Пойду поздороваюсь. Так, ну как всегда со свитой. Ладно, бог с ним. Вау. Lowly pathetic monstrosities. Prepare yourselves! А, это, видимо, по фильму помощница Шредера. Oh, man. I have a really bad feeling about this. What? The put setting up bombs all over the place was bad. Да, что-то. I don't think that's what Leo's getting at, Raph. Вау! Прописывают по-доброму. Вы не чита нам, ребята, не чита. Вау, бомба. Так, спустилась она с небес, да? Ну ладно, иди сюда, красотка. Сейчас я с тобой разберусь. Вау, великолепно. Это было сработано нормально. Куда делась-то? Хорошо, хорошо, идем, ребята. Чтобы попасть по... Так, опять свиту. Иди сюда, ребята, давай разберемся с вами. Так, что у меня тут? Бомба есть какая-то. Может, бомбу использовать? Блин, некогда ее использовать, не дают даже. Так, хорошо, бомба сработала. Да некогда, некогда тут болтать. Пока мои там бьют этот... Это сразу... Фак! Давай. Всем по пицце, ребята. Ага, всем по пицце, блин. Вау, она разбушевалась. Ребята, не по-детски.
yourself together. I'm good by myself, thanks. I'm okay. I can totally handle this. You got this, bro. Тихо, 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 тихо. Thanks. I need that. Let's go. Вау, 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 вау! Что такое? Это что-то? Ну, давай, 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 давай. Ты посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что творит. Давай, спасай его. Я уже даже и потерял. Где она? Вот она. Нифига она тут. Есть! Завалили козлину, блин. Да. Вот так, ребята. Вот так это дело было, блин. Да, босс. Прекрасен был, прекрасен. Stand down, Karai. There's nowhere for you to go. Really? You may think you have won, mutant, but soon you and the entire city will fall. Whoa! Look out! That jetpack was awesome. Awesome or not, it's definitely a serious escalation. Agreed. If we're gonna have any chance at saving the city, we need to get some answers fast. And jetpacks. Лучше бы они сделали бы фильмы вот именно по игре или по мультику, по комиксам, а не то, что они там нафигарили. Were you able to learn anything new, Leonardo? No, father. Nothing useful anymore. Намного было бы интереснее. The only good thing is the police have ordered a mandatory curfew, so we aren't as exposed as we could be. Hopefully the eggheads will be able to figure out what the heck's going on. That's it! Guys, check this out. April and I have been doing a close analysis on all the data we've gathered so far, cross-referencing it against news reports and police dispatches we've intercepted, and we've come to a perplexing conclusion. This isn't just about crime. Say what now? We believe Shredder and Krang are teaming up for an invasion. An invasion? Like, from outer space? Maybe, we don't have specifics, but it definitely adds a dangerous new variable to the equation. Oh, crud. Cool. I rule at Space Invaders. No, it is very not cool, Michelangelo. I fear this may be too big for our family to handle. But you said it yourself, Father. We're honor-bound to do something about it. Whatever it is. Yeah, the cops got their hands full. It's up to us. We can't stop now. No. No, we cannot. We don't have a fix on Shredder or Krang's exact locations, but they are definitely operating from within the city somewhere. Well, it's the best lead we've got. We're just gonna have to keep on hunting until we track them down. And Master Splinter and I will continue to monitor things from this end while you do. Да, ну вот. Ладно, ребята. В следующей части мы будем драться с вами с Армагоном. Армагон. Пока даже представить не могу, что это за босс. Увидимся в следующей серии. А пока, всем пока-пока.